Приветствую вас на первом циничном канале. Ну что, этот день настал. Первый циничный продолжает вещание. С сегодняшнего дня уже на этом канале будут регулярно выходить новые сюжеты. Резервный канал первого циничного, любопытный, также продолжит вещание, но это будет другое, отдельное вещание. А здесь будет свое, довольно-таки похожее на старое вещание. Огромное спасибо всем тем, кто дождался, всем тем, кто пересидел это межсезонье, не отписался и не планирует отписываться сейчас. А то недавно вот выложил анонс на первом циничном, сразу человек 10 сдуло. Видимо, люди подписались, уже забыли на что. Тут вдруг приходит какое-то уведомление циничное, он отписывается. Короче говоря, огромное спасибо постоянным подписчикам, которые дождались. Ну а сейчас буквально пара слов о том, что нас ждет в ближайшее время. Ближайшие самые обозримые планы по развитию первого циничного канала. Сначала я хотел залить сюда большую часть бэкапа, то видео, которое здесь уже было до получения каналом страйков. Потом подумал, два раза в одну реку не ступишь. Не нужно пытаться что-то повторить, притащить из прошлого, какие-то скелеты вытащить, не надо. Бэкап я заливал и продолжу заливать на любопытный канал, но там будет еще и другая часть вещания. Сейчас чуть позже об этом скажу. А здесь будут появляться новые, исключительно новые сюжеты, но в старом формате. А формат вот такой. Я и только я. И мои мысли. Я наедине со своими мыслями. Все, здесь больше ничего другого появляться не будет. Почему? Потому что многих людей в период вещания резервного канала первого циничного смутили некоторые новшества вообще на мужском канале. Кто-то до сих пор не отошел от впечатления от Лены Курганской, а Лена Курганская, между прочим, продолжит вещать на любопытном канале, и там будут появляться еще более убойные проекты, призванные популяризировать, продвинуть в массы мужское движение. Это необходимо, дорогие мои. Но здесь, по желаниям, скажем так, многих подписчиков, будет старый формат вещания на первом циничном. Что будет на любопытном канале? Многие проекты, которые сейчас, я извиняюсь за тавтологию, только в проекте, я озвучивать не буду. Лена Курганская, как соведущая, там продолжит вещать. Те проекты, которые будут появляться, во-первых, не факт, что получится их создать, не получится. Во-вторых, опять же, ввиду участившегося плагиата, я не буду их заранее озвучивать. Потому что проекты уникальные, интересные, отслеживайте тоже и любопытный канал. А здесь будут сюжеты, мысли, ну и все, собственно. Мы продолжим и, надеюсь, превзойдем те показатели, которые были, те показатели влияния на общественное мнение. Было порядка там 31 тысячи, сейчас вот 1500 за приостановление канала, 1500-1300, может быть, исчезло. Я думаю, что какая-то часть стала мертвых подписчиков, там брошенные аккаунты. Но надеюсь, что в самое ближайшее время мы канал этот поднимем, разовьем, не без вашей помощи. Обращаюсь к вам ко всем за помощью, за поддержкой, чтобы помогали раскручивать вот эти сюжеты, потому что было там 500 с лишним сюжетов на канале, сейчас будут поначалу 1-2, там потом 10-20 и так далее. Поэтому прошу лайков, репостов, комментариев. Короче говоря, приветствую вас на первом циничном канале.